что Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Господи же, Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолам Твоим не спаславы, того благиня Ты ми от нас, но обнови нас, молящихся. Нас ради плоти в смерть усиливай, умертви плоти наше ободрование, Христе Боже, и спаси. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая нам плод живота. Живи час на кресте пригвожди, правитель знаменный Адам грех, и согрешений наших рукописаний раздели кресте Боже и спаси нас. Нежели честь себе обложив и лишайся хлеба, праведник милует души скотов своих, утробы же нечестивых не милостивны, делая свою землю исполнится хлебов, гоняющий же сует на лишение разума, и же есть сладостен в винном пребывании, в своих твердынях оставит бесчестие, желание нечестивых зла, корение же благочестивых в твердостях, за грех у стен впадет в сети грешник, избегает же от них праведник. Молитва моя, я угодила пред тобою, возьми руку мою. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Сегодня 22 марта 2023 год. Память 40 севастийских мучеников. И такая есть традиция. Пекут постные жаворонки. Нет, неправильно. Символизирует жаворонки. Это наступление весны. А вы обратите внимание, что такое пост? Вот, название великое. Это весна души. И вот вам, пожалуйста, символ этих сегодня испеченных жаворонков, которые наши подельницы испекли нам. И всех нас угощают. И мы, братья и сестры, беря сегодня этого жаворонка, вот, все-таки подумаем о том и поблагодарим, кто это сделал, наших сестер, вот, и поблагодарим Бога, что у нас есть такие люди, которые дарят нам такие вкусные вещи, вот, и у нас соблюдаем такую традицию, потому что, братья и сестры, традиция – это очень важно, и сохраним эту традицию. И поделимся этой традицией, и передадим ее из поколения в поколение. И для нас с вами будет это очень и очень полезно. Спасибо.